Привет, с вами Нака, и сегодня мы поговорим о меткости. Я немного проанализировал активность на своем канале и заметил, что мой доисторический гайд про меткость все еще достаточно востребован, но он уже неплохо так устарел, по сути дела, потому что появился очень классный ресурс Камос. И я решил вставить в нашу цепочку интересных телепередач это ответвление про этот ресурс и про то, как вообще на данный момент в 2022 году подсчитывать меткость в Black Desert Online для PvE. Ну и не только. Итак, для начала непосредственно нам нужно залогиниться на нашем ресурсе. Для того, чтобы залогиниться, нам непосредственно потребуется аккаунт Дискорда, верифицированный во всех местах, где можно его верифицировать, чтобы непосредственно вы подтвердили свою уникальную личность снежинки. После этого у нас есть достаточно простой путь, это через Tools зайти в PvE Hitrate Calc. В нем выставить необходимые нам параметры и посмотреть, насколько они подходят для вас. То есть это наша меткость из общей статистики БДО, это наш процент меткости из, опять же, общей статистики вашего персонажа и меткость вашего, средняя меткость скилла. Более качественный путь – это сгенерировать себе на Камосе свой непосредственно гир. Вот как у меня сделано. У меня еще есть несколько, скажем так, тестовых вариантов, которых я непосредственно там всякие из-под рта делаю, но не суть. Сейчас займемся вот этим моментом. Здесь вы полностью подбираете себе необходимые шмот, уровень его заточки, в шмот также можно вставить необходимые камни, все характеристики камней, непосредственно первый слот, второй слот пишется, и у вас есть полностью статистика справа, которая показывает вообще всю вашу параметры меткости и всего остального прочего, резистов. Но нам нужна левая часть и непосредственно PvE Hitrate Calc. Здесь, выбирая подобранные билды, которые вы нафигачили, у вас будет выводиться меткость. Важно! Важно именно выставить вот эти параметры. Это сколько мы меткости получаем с морфов, со скилла. Это сколько средняя у нас меткость. Я обычно на ДКшке ставлю семерочку, хотя по факту надо, наверное, десятку ставить, но я решил немножко поменьше. И здесь дебаф. Тут я ставлю четверочку, потому что у меня, если вы помните, из морфов в пробуде я использую на круге рока, что и, в принципе, на данный момент использую в традициях, потому что в традициях C3 морфов кот наплакал. Итак, вот наша меткость непосредственно. Миру Моги, Анакреон, Гистрия, Звездная гробница. Это у нас колодец в Кальфионе, Сикрая, Пепельный лес. Это у нас быки, големы. Это у нас колодец незабываемых истязаний своей задницы, орки и монастырь. Вот, в принципе, и как бы весь калькулятор. Вы можете возвращаться в билд, если вам нужно какие-то вещи менять. Там, допустим, ну я даже не знаю. Ну, допустим, вернемся в калькулятор. Посмотрим. Вот захочу я повысить свою меткость до какого-то более вменяемого положения на голем. До 100%. Вот я перфекционист, я хочу соточки. Соточки у меня нету. Вот у меня есть готовый билд с 20-й БС-кой и 20-м огром и кольцом. То есть это будущий мой. Вот у меня под него уже заточено. У меня огры будут 100... Големы, не огры, големы будут 101% уже меткости давать. Вот в этом билде я, допустим, поменял себе камни по людям на зеленые, потому что я пойду уже големов фармить, да, и поставил еще два синих сюда и два синих здесь. У меня немножко перевес, это я так тут
манипуляции проводил с меткостью. Вот я переделал обратно, потому что у нас 1% был лишний, и вот у меня осталось 100. То есть, в принципе, вы видите, то есть меняется непосредственно на лету. Насчет того, что насколько верить и доверять данной информации. Есть непосредственно ссылка на Twitch-канал человека, который производил все подсчеты. Он достаточно много занимается подсчетами в Black Desert, и он делал не только подсчеты меткости. Поэтому этим параметрам можно верить. Также, впоследствии, если вы научитесь пользоваться PvE, здесь есть возможность пользоваться PvP сравнением на билды и все остальное прочее. То есть, сколько вы наносите процент, сколько уклонится противник. Также здесь выставляются все параметры. То есть, есть непосредственно калькулятор, который показывает приемлемую в районе погрешности вещи. А также здесь есть множество полезной информации по усилению кафрасов, по вашим подсчетам вашего фарма, по общим подсчетам всех игроков фарма средней и всякое остальное прочее. То есть, если что, мы даже можем посмотреть, допустим, замеры ДКшек на орках с голдовыми свитками, например, со вторым свитком. Вот вся статистика, в принципе. Это на правах рекламы этого ресурса. Также здесь есть выставление определенных шмоток и всякие остальные прочие приколюхи, новости и кода. В общем, пользуйтесь ресурсом, очень полезен, очень много всего в него напихано. Я в свое время хотел что-то подобное сделать, но в итоге человек успел намного раньше и сделал намного качественнее, чем я бы смог. Поэтому дерзайте.